Озимая пшеница, скипетр. После предшественника, то есть по предшественнику чечевица. Чечевица была обработана пивотом, где-то 0,65. Ну, озимая пока держится нормально. А в зиму ушла она где-то в фазу шильца, три листа. А сейчас уже кущение. Слабенькая, правда, но все равно. У нас в целом все только началось, может быть, как неделю назад. Какое-то тепло пошло. И возобновление вегетации. Поэтому сейчас вот картина такая. Что я хочу здесь увидеть? Я хочу увидеть, ну, после действия пивота на тех же зерновых, тем более на озимой пшенице. Оно должно быть ярко выражено, но пока все нормально. Возможно, что есть какие-то проблемы, но они проявятся позже.